Доброе утро всем! Сегодня у нас среда, но для меня это как будто понедельник, потому что начиная с выходных, вот я первый раз проснулась в 6:30, и это было, конечно, кошмар после того, как мы просыпались и в 9, и в 10. Да, уже приехала за Юня, а Фонька еще спит. Мы сейчас будем вязать кинзу, да? Бабуля с дедулей нам уже ее намыли. Мы сейчас пойдем вязать. Зоечка будет мне помогать, да, Зоечка? Соня, Зоечка играет. Надо перчатки. Я потом... Сейчас вернусь. Ну, смотри, может, сейчас пойди петрушки. Где там, петрушка есть еще красиво? Я сейчас буду готовить салат. Сейчас покажу, что у нас на обед. Так, помидорки достаем. Огурчики. Вот огурчики. Конечно, они сейчас... Очень хочется огурцов. Они у нас быстрее съедаются, чем помидоры. Так, сейчас, в общем, будет салат, помидоры, огурцы со сметанкой. Так, а на обед у нас вот что. Здесь у меня в мультиварке мясо. Оно на вот этой вот подложечке, как для пара, потому что все стоит на режиме подогрева. А там вот, внизу у меня гречка. Ну, в общем, неважно, сейчас уже все равно все это буду доставать. И все стоит, вот, в общем, печка на режиме подогрев, потому что микроволновка-то сломалась. Так что очень удобно, что есть этот режим подогрев в мультиварке. Вот сейчас мою овощи, делаю салат и жду уже Григория на обед. Так, все будем кушать. Да пусть поест. Садись, кушай, кушай. Значит, я поехал сам. Да нет, папа. Григорий уже дома. Он, как всегда, в 3 часа, да? Пойдешь учить уроки, да? Наверное, в 2. В 2? Или в час. Ну, давай, сын. Так, ну что, мы с мамулей продолжаем работать, да, мам? Здесь у нас петрушечка. Зелененькая. А Фанечка уже проснулся, да, сына? Да. С кем ты спал? Никого, сам. Сам спал. Ты долго спал? Побегал. Уехал, да? Куда? За Антошей. За Антошей? Да. На работу, да? Дома работает, да? Мама. Бабушка, вот шпинатик. А Фонька выезжает с дедули. А Фоня? Все, вылазь. Папуль, ну ты едь, а мама тогда со Степой сказала. Ну тогда жди. Не знаю. Все, бабуля с дедушкой уехали, да, сыночек? Мы что будем делать? Работ. Мы сейчас пойдем подметать под навесом, да? Да. Потому что нам надо подмести и идти готовить, кушать ужин, да? Да. А суп? Супчик будем варить, да? Да. Да, опекал. И баба опекала, да? Сейчас так хорошо потеплело на улице вообще. Вообще аж не верится, что буквально пару дней назад было очень холодно. Поэтому, не знаю, погода, конечно, у нас тут то босоножки, знаете, то сапоги. Туфлей мы не носим вообще. Так что сейчас пойдем подметать под навесом. Так, ну как на салатик, как получится. Мы сейчас готовим ужин, у нас на ужин сейчас салатик со шпинатом будет. Ты можешь, только потихоньку, чтобы ничего не упало. И меленько, хорошо, не очень крупно. Курка. Курка. Яичко. Нам. Да, будем кушать салатики, да? Да. Здесь у нас уже на подогреве стоит гречка. Будем кушать гречку и салатик. Еще немножечко этот кусочек разрежь, хорошо? Все,
Все, и клади, да, сюда в салатик. Я вот так. Угу. А так. Да, от слова каток. От какого слова происходит слово катаклизм? Я вот думаю от слова клизма, а Сержуня думает от слова каток. Ты меня хоть дурака не выставляешь. Это все-таки от слова каток. Так, давайте кушать. Марси, ну, в общем, гречку давай, кушаем. Давай. И салатик. Опа. Ну тут, в принципе, у нас, короче, и больше кушать-то нечего, да? А что, гречка и все? Вот да. Пиво. И салат. А что это у нас за ужин какой-то? Ну, если мяса нет, то это уже не ужин. Не, ну... Говорит, ты потоньше режешь. Нет, это я спасла мужу ужин, порезала сало. Беленький на ней. Не, ну, обычную отваренную гречку без ничего, это еще... Все бывало, но... Давай, мам. Ну ладно, я понимаю, еще утром, хрень, но вечером. Так, мы уже приехали домой, покушали, блин, Сержуня, конечно, меня насмешил с этим ужином. Все, без мяса нельзя ужинать. Благо, у нас были сало, еще он вареные яйца просто чистил, поэтому, в принципе, все нормально. Вот, съездили за сахаром, сахар закончился, представляете, позорище. Вообще не граммулечки сахара, я говорю, надо ехать срочно, потому что иначе мы тогда это будем завтра пить чай без сахара утром. Сейчас ставлю мяско вариться, буду супчик на завтра сегодня варить, потому что нам же ехать, мне завтра, вернее, ехать в медкомиссию проходить. Завтра с обеда поеду медкомиссию проходить, медсправку, в общем. Да, медсправку буду делать для того, чтобы поменять же все-таки права. Вот у нас, по-моему, вторник, четверг, суббота. Но завтра я все точно узнаю, пройду ли я там за один день или нет, и сколько это стоит. Надо будет еще сфотографироваться, потому что там же надо фотографию. Вот, и что хотела сказать. Поэтому завтра на обед, чтобы был супчик покушать. Девушка с бабушкой будет с Афанасием, потому что сижу не уже на работе. Я поеду или на маршрутке, или, может быть, Сержуня меня в обед как раз быстренько отвезет. Ну, посмотрим это мы все. Сейчас хочу пойти еще немножечко подкосить траву, под дурочку, знаете, косить пойду под дурочку. И это, потому что тут все так прилично уже заросло. Пуля тут колет дрова. А дети ездят на машинах. Афоня! Ты упал? Я уже покосила. Дети тут закидывают дрова. Папуля нас сейчас уже Григория привез. Тренировки, да? Карате. Карате. А да. Мама на него. Что? Не знаю. Кидай. Решуль, ну как там тренировка? Нормально. В каком зале была? А? В каком зале была? В маленьком. В малом зале? Новичок у нас появился. Да ты чё? Не Гриша хоть? Нет. Кто? А кто? Этот Матвей. Два Матвея. Здорово. Два Гриши и два Матвея. Парад будет 1 мая. Ага, так и чё? Мы пройдем там где-то Одинское так. По дороге пойдем. В кроссовках, в кимоно. Все медали у кого есть брать. Ага. Но нам пока нечего брать. У нас нет. Ну, меня. Идти надо, да? Да. Хорошо. Выберут еще несколько человек, которые это принесут, может, кто-то это флаги укушен. Ага. А сегодня какой день, ты знаешь? Что? Сегодня же 26 апреля 94 года умер вот этот основатель. А. Не говорил тренер? Ну, вот этот основатель, портрет кого говорил. Всегда. Говорил он? У него был рак легких, он в 74 года умер. Мам, куда вы надо? Не знаю, сына, еще куда на нам? На парад. Ну, потом же скажет же тренер. Ну, вроде должен. Подробности, да? Так, ну что, вот я покосила вот эту вот половину. А вот это вот, где здесь детская, все, здесь еще не косила. Мама, в общем, здесь вот прям так попал. Здорово. Это надо смотреть при солнце. Оно не горит. Да? Это,
не будем выключать. Но она же заряжается, она же от солнца заряжается. Солнце еще заряжается. Да, она от солнца заряжается. И вот теперь ночью сколько может там гореть, пока у нее есть заряд. Потом опять днем. Получается солнечная. Когда солнечное и к ней прибегает энергия. Да. Мама, а потом это я ночь делала. Чувствует. Да, там датчик. Света и тень. А это я темноты, делала, да? Чтобы стохта помогала. Да. Куда ты собрался, сынок? В школу собрался? Давай заходи, сына. Заходи. А чьи ты тапочки обул? Папины? Так, давай, в комнату заходи. Ну что, на сегодня все. Дети помылись, легли спать. Я сейчас тоже пойду спать. Начинала здесь, поубирала немного в доме, потому что пипец тут, конечно, когда Фонька здесь оставался один, пока мы вязали. Он тут молодец, хорошо играл, но это сразу видно. В общем, ладно, до завтра всем. Такой вот, наверное, коротенький, я думаю, влог, потому что он такой рабочий. For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well I ain't.